сегодня немного штормит. Но весна уже в разгаре, и погода радует. Каким бы ни было море, спокойное или бушующее, не имеет значения. Оно всегда уносит куда-то вдаль. В воспоминания, мечты. Какая была бы наша жизнь без этой красоты? Даже не представляю. Море вдохновляет. Тем временем в городе продолжаются строительные работы. И справа можно увидеть, как восстанавливают девятиэтажку, где уже возвели несколько этажей. Ну и конечно же, в центре внимания находится 14-этажное здание, которое уже начали готовить под демонтаж. И как я уже говорил ранее, у этого дома есть крен. И он образовался еще задолго до начала событий в Мариуполе. Поэтому комиссии было принято решение его снести. И сейчас мы наблюдаем за тем, как формируют горку в несколько ярусов из строительного мусора. Как только верхушка этой горы достигнет нужной высоты, экскаватор-разрушитель начнет разбирать этот объект с крыши. Интересно наблюдать за такой слаженной работой. А уже после здесь возведут новую и красивую высотку, которая будет радовать местных жителей. А это один из ярких примеров, как Россия умеет строить. Нахимовское военно-морское училище. Строительные работы еще не завершены, а корпуса уже выглядят шикарно. Ничего подобного в Мариуполе никогда не строили. Thank you.
Сегодня по прогнозу обещали скорость ветра с порывами до 25 метров в секунду и высота волны 1,5 метра. Ух ты, какое море красивое! Ветер сегодня сильный и холодный. Решил спуститься вниз и показать вам море с пляжа. Кто-то погряз в песке. Мотоциклисты помогают выехать. Водитель не рассчитал мощность машины. Пляж уже частично затоплен. Я представляю, что будет ночью. Ветерок. Обалдеть.